Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Усаги и Джимбо Путь Ронина. Так, мы с тобой остановились здесь. Ну что же, продолжаем. Погоди, куда ты бежишь? Мне нужно зеркало. Отстань от меня, я тебя покидаю. А это еще кто такой? Помоги мне! Прочь от него! Он мой! Я его забираю! Ого! Это еще что за... Что за демоны? На-ка! Куда же ты стреляешь-то, господи? На, на! Застрял? Застрял, придурок. Опа. Почему стрелы пролетают через него? Непонятно. Ой. Еще толпучка, да? Так, сейчас я с вами... Ой. Тебе. Не, действительно, стрелы почему-то пролетают мимо. Смотри. А, нет, попадаю. Это странно, как это работает, если честно. Да почему что туда ты стреляешь, господи? Угу. Нет, мне просто хочется его убить именно стрелой. Да. Так, короче, иди ты знаешь куда? Все, пошли. А это еще кто там такой? Что за маленький птеродактиль? С мечом. На, на, на. Всех покромсаю. А ты что тут летаешь? Все? Все. Отдайте монетку. Да, конечно, ага, размечтался. Сзади из-под тишка хочет бомбануть меня. Давай как-нибудь без этого. Ну, нормально вам? Я его запинаю. Запинал? Какие же они безобразные, а? Демоны какие-то, да? Что-то типа носорогов, а в то же время не носороги. Может быть, носороги просто какие-нибудь мутированные. Что-то я таких в мультике не помню лично. Если кто помнит, ребят, напишите об этом в комментариях. Ой-ой. Это прям какие-то доисторические животные. Уже пошли динозавры. Так, я вижу, вижу. Сзади кто-то там подкрался незаметно, да? Так, отвалите от меня все. Здоровье тут дают, конечно, очень много. И часто. Ух, как он сейчас дубинушка-то своя, а? Звезданул по нам. Так, пошли. Ах ты жук ты навозный. Да их тут что-то дофига. Так, надо делать супер удар. Я уже забыл, как он делается. Ага. Встаем, пернатый, встаем. Ящерица еще так паршивая тут лезет. Что это он там делает? Рычит еще мне тут, понимаешь ли? Что-то их тут много. Врагов больше, чем в первой части, да?
конечно, чуть-чуть по горлопане здесь. Наверное, все. Да, конечно, все. Так. Прекрасно. Этого накрыли. Вот сейчас был хороший удар, ты видел? Вот. А как он делается? Опа-на. А вот и эта хламонка. Это какой-то как тигр или кто? Так, ну что, погнали. Где она? Ага. Куда ты идешь, а? Ого. Огоньком жарит. Смотри, что творит, а? Давай, 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 давай. Ах ты ж жук навозный, а? Да посмотри, а. Есть! Че ты там лежишь, кряхтишь? Спустила дух. А вот и зеркало, которое мы искали. Так, у вас открыта новая комбо. Допустим. Так, ну что? На карту? Давай, наверное, что-нибудь закупим. А что тут купить можно? Вот этого, да? Типа здоровье мы купили себе. Опять какой-то у нас... Я не знаю, лес? Ох ты! Усаги, ты в опасности. Чизу, со мной будет все нормально. Лорд Хэби, что-то там. Клан ниндзя устроил за тобой охоту. Да мне плевать. Ну смотри, мое дело было предупредить. Так. Она мне помогает. То есть она как бы... Он мне сказала, да, предупредила меня, что за мной устроили охоту. Угу. Усаги, будь осторожен. Так, ну что, мы с тобой нашли зеркало. И мы продолжаем путь. Да отвали ты. Ты смотри-ка, а. Разбегался он. Что ты там медитируешь? Так, смотри, что там еще делает. Ах ты, они сюрикенами бросаются. Вот что они делают. Так, слушайте, ребята, успокоились, а? Что-то вот тут раздухарились, я смотрю, не на шуточку. Сюда нельзя. Сейчас, 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 сейчас. В прыжке надо их. В прыжке. Так. Когда из двух сторон зажимают, конечно, это хреновенько на самом деле. Не очень мне это нравится. Тут сердечко. Да что ты будешь делать-то с ними, а? Все? Все. Блин, еще больше вышло. Ага. Супер ударчик, мне понравился мой. Куда побежали, волки? Фью, все вроде бы, да? Да ну нафиг, сколько вас тут, а? Может, хватит уже тут выпендриваться?
По-моему, только я один дерусь. Это ходит тут вокруг да около, ничего не делает. Нет, подбил все-таки. Вообще, что они тут бесконечные. Давай, вставай, гаденыш. Сейчас я его добью. Я его добью, он мой. Да что ж ты будешь делать-то? Их очень много здесь. Причем шустрый вот этот вот самый паршивец, а? Блин, закидывают своими сюрикенами. Опа. Так. Лорду Хиби нужно то зеркало, паренек. Лучше отдай его по-хорошему, иначе клан ниндзя тебя покарает. И у тебя не будет шанса на спасение. Передай лорду Хиби, что его голова будет моей. Так. То есть мы объявляем клану войну. Этому Хиби. Кто там такой Хиби, еще интересно мне знать. Лорд, прямо аж лордом его здесь назвали. Лорд Хиби. Ну-ка. Ну, я тебя предупреждал. Ты меня предупреждал, я не спорю. Давай, иди сюда, щегол. Ты жалкая пародия тигриного когтя. Жалкая пародия. Ты все, что ли? Я тебя умоляю. Детский лепет. Так, Усаги, впереди нас ждет башня. Там будет слишком много ниндзя, надо будет их всех остановить. Спасибо, Чизу. Так, у нас... Да, в принципе, у нас ничего нету, денег. Поехали сразу на следующий уровень. Санчобус Темпл. Усаги, друг мой, добро пожаловать к нам в гости. Так, ладно. Я принес вам зеркало. Мне что-то подсказывает, что он за них, за врагов. Какая-то шахта. А что за шахта? Так, в этой шахте лежит легендарный меч. Артефакт, короче. Самого Юкая. Это меч демона. Но сначала нужно что-то там пройти через врата. Подожди. Нас кто-то подслушивал. Убить Ронина. И забрать зеркало. Это еще кто? Зашибись, еще летучие мыши тут какие-то. Здоровски просто придумали, блин. У меня нет слов. Чего? А что я должен сделать? Как я его должен... Так, мне его нужно как-то оживить. Оживить, оживил? Оживил. Да, с ними тут, слушай, ребят, с ними сложнее драться, с этими хламонами. Ох, как сложненько-то, а? Да, у меня так здоровья не хватит. Фу, спасибо тебе, друг мой. Так, тебе лучше не лезть в эту драку. Да как ему лучше не лезть? Я что, должен на один что-нибудь тут драться? Пускай помогает. Да ё-моё, как вы заколебали меня, а?
О, здоровье пополнили. Отлично. Давай, 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 вставай. Еще здоровье пополнили. Да чтоб тебе. Есть, разобрались. Да, с Чизу все в порядке. Он Чизу знает. А, Чиза, наверное, из их клана. Да, скорее всего. Да куда ты там, летучка, лезешь? Зачем ему так это зеркало понадобилось, а? Ага. Есть контакт. Так, погоди, у меня есть неплохая идея. Какая у тебя идея-то есть неплохая? У меня, говорит, есть неплохая идея. Какая? Фиг поймешь. Приступить к битве, так это и раньше было. Ничего тут идейного я не вижу. Блин, вот эти вот бесявые. Вот эти вот бесявые гламоны. А как у него так получается? У нас иногда удары срабатывают. Фиг знает в каком режиме. Как-то он прыгает, потом... Атакует как-то хитро. Вымощено. Так, опять его поднять надо. Как его поднять-то? О. Там просто определенные кнопки надо было нажимать. Но это на клавиатуре R. На геймпаде фиг знает. Вот этот самый бесевый, не могу прям. Он живучий такой еще. Вот этот, да-да-да, именно которого я сейчас бомблю. Все, наказал. Так, что у него там маленькие-маленькие проблемки впереди нас ожидает? Ага, он открывает люк. Пока он открывает, мы должны его защищать. Лучше, блин, не придумаешь. Да твою налево. Живительное благо. Так, я пока не буду брать. Ну давай ты, господи. Хорош бить старика. Это когда-нибудь закончится, вакханалия это или нет? Вот суета-то, а. Вот их лучше рубить. Эти мыши еще летучие тут противные прилетели. Есть. Расфигачил я их. Опа. Это-то еще что за хмырь? Зашибись. Ты можешь хорош, завязывай бомбочки ты тут распуливать, парень. Вот где он, что-то, смотри, а. Как бомбардировщик уже тут начал, прям бомбашить. Пару ударов еще. Есть. Монетки, монетки, монетки. Ну что ты, старик, открыл или нет? Что-то, говорит, не получается у меня открыть. Отлично. Спускайся, говорит, в подземелье. Угу. Так, ну-ка, на карте у нас сколько вообще денег? 570. О, мы можем с тобой купить. Я так думаю, что, наверное, лучше взять дамаг, чтобы быстрее с ними разбираться.
Магура Майнс. Подземелье Магуры. Что? Кроты? Тут уже и кроты еще против меня. Я смотрю, у нашего Усаги заурядная жизнь довольно-таки, да? Тем более кроты так вообще как будто как зомбированные. Ого, сколько вас тут, ребят, тихо. Стоям бы. Отлично. Один из них гульканул, что ли, не? Разобрались. Монетки-то будут отдавать или нет? Будут, куда они денутся? Тайный клан слепых кротов. Так его можно назвать, да? Прям действительно выскакивают, как будто зомби какие-то из могил. Усаги, ты куда пошел там у меня? Бомби их давай. Все. Сердечко. Давай, давай, иди. Опять куда-то он у меня пошел. Сам по себе ходит. Непонятно почему. Да сколько вас тут, а? Кроты засранцы, сколько вас тут? Луком я практически не пользуюсь. Не вижу никакой надобности им пользоваться. Потому что даже попасть не могу. Так, что там опять? Ага, мне туда пока не пройти. Вот на этом мосточке будем стоять и отбиваться. Куда пошел-то? Фига у тебя там ударчик. Клешневой удар. Ага, рубанули. Так, путь прегражден, говорит. Ох, ё. Добро пожаловать. Отсюда, браток, ты не уйдешь. Лорд Хеби сказал уничтожить тебя и забрать зеркало. Так что, браток, готовься получить люлей. Это он мне говорит, да? Тихо ты. А что если вот так вот? Ага. Чего? Смотрите, что творит, а? Чудило. Ты давай завязывайся со своими этими. Я хоть попадаю по нему, по-моему? Ага, попал. Сейчас было хорошо. Сейчас я ему прописал хорошечно. Хе-хе-хе, что за нервничал там, парень? Что ты нервничаешь-то? Да все, тебе осталось жить-то тут. Yeah. Довольно легкие боссы на самом деле. Так, ну что? Ага. Отлично. Путь открыт. Так, миссия 7. Так, а у нас остается 1, 2, 3, 4, 5. Так, мы идем с тобой в деревню. Мисуши, я вызываю тебя. Кому я понадобился?
Так, ну она говорит, что он мертвый, что она его воскресила. И что? Так, просит помощи, чтобы тот остановил нас. А что мне за это будет, говорит? Все, что захочешь, все, что попросишь. Угу. Призвать какого-то капу. Короче, отправляйся в деревню. В общем, он, я так понимаю, соглашается, да? Скорее всего. Он очень голоден. Говорит, я хочу жрать. Ну что же, если он хочет жрать, то есть мы, так понимаю, будем с ним драться. Деревня рыбаков. Оу. Это еще кто? Это черепахи, ё-моё. Ну, типа черепахи, да? На самом деле это просто ничтожные моллюски для меня. Опять они терроризируют деревенских. А что такое делать? Что это у них за удар такой хитрый, подленький? Так, ребята, вы пошли бы отсюда, да? Стоите тут. Благословенный самурай. Спасибо тебе, что спас нас. Ребята, шли бы вы домой, нечего здесь делать. И смотрите по сторонам, чтобы не попасть в неприятности. Да, спасибо большое, мы побежали. Вот и ладненько. А мы пойдем дальше. Так, жабанята. Ага. Но эти жабы легкие. Вот ниндзя, да, ниндзя были противны. А эти, тьфу. Или мы покачались так офигенно, или я не знаю. Или слишком они ватные. И ты сам видишь, с пару ударов они падают. Ох ты. Сасука. А что он здесь делает? Усаги, не подходи, времени мало. Что-то мне нужно помочь Капе и поговорить с ней. Смотри, какой Капе еще? Я так понимаю, у Саги у них был чисто клан какой-то, да? Вот этих вот кроликов. Их разбросало тут, я смотрю, по всякой фигне, блин. И вот он собирает эту команду. Потому что вот этот кролик, которому сейчас помогает, Сусаши или как его звать, это, видимо, из нашего же клана. Мы еще должны помочь какому-то Капе. Так, помочь подняться. Так, как тебе поднять-то, парень? Как тебе поднять-то? Твою налево, Р. Посмотрим, что за капа. И по поводу чего мы должны поговорить с ним. Или с ней. Потому что в лесу вот это вот ниндзя темная, это тоже, по ходу дела, из нашего клана было. Ну, да опять ты упал, что ли, там, господи, нет, встал. Чего там? Время для брейзера какого-то. Не сейчас. Что-то он все, мне нужно пойти в деревню, где в последний раз видели Капу. Ее жизнь в опасности. Нам нужно поспешить, Усаги. Пошли быстрее. Оу. Два воина. Хм, мне об этом не говорили. А в чем проблема? Мне даже с тобой разговаривать некуда, дракон. Пропусти меня в деревню по-хорошему. Ни за что. Не будь глупцом, я демон, охотник. Я сожру тебя. Причем я это сделаю с великим, что-то с большим удовольствием.
так. С большим ты удовольствием это сделаешь. Да ты ж сосунок. Самый настоящий. Тьфу. Да ё-моё. Да что ты, блин. Ну давай еще удар. Вот и все. Да, босса тут действительно изичный я не видел. Ну что, ты поговорил? Что-то демонский меч у командира Мизучи. И он уничтожил его. Так, что он опять со своим зеркалом? У тебя есть легендарное зеркало? Оно-то нам как раз и пригодится. Так, а тут какие-то, я смотрю, демоны встали. Хм. Так, зеркала какие-то, смотри. Из пещеры кто-то вышел. И не только он, там еще, по-моему, груда всяких демонов повылетала. Допустим. И закрыли, да, опять эту пещеру. Все. Ловушки обезврежены. А, так вот нам зачем было нам нужно зеркало. Для того, чтобы вернуть этих демонов обратно в пещеру. Так, и просят, чтобы это зеркало уничтожили. Что-то демоны покинули пещеру. Или вернулись, вернулись, по-моему. Но если демоны вернулись в пещеру, или это была предыстория, чтобы мы их могли вернуть туда. В общем, что-то в этом есть. Так, ну что, нам остается с тобой раз, два, три, четыре. Четыре еще, как говорится, миссии пройти. Но этим мы займемся уже в следующей серии. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.